Ай, посмотрел я, значит, новый трейлер новых Звездных войнов. Да, вот как раз вчера, по-моему, вышел или сегодня. Хан Соло, значит, фильм. Ну, я не знаю, при чем здесь Хан Соло, потому что Хана Соло я в этом трейлере так и не увидел, хотя долго смотрел. Здесь есть какой-то чувачок, который похож на спасателя Малибу. Вот, и который ведет себя примерно как тот главный герой из Стражей Галактики. Вот, и команда супергероев, которая при этом не супергерои, типа преступники, которые поэтому тоже Стражи Галактики. И есть прикольные роботы, у них есть прикольный звездолет, подозрительно похожий на Тысячелетнего Сокола. Вот, и все такие, все из себя крутые, очень... крутые позы стильные принимают, и все так летает, и эпическая музыка, и взрывы, и бабахи, и я вообще не понимаю ни хватает только фиолетового мужика, который так круто сидит на троне в космосе, раздает приказы, собирая камушки. Вот серьезно, Дисней вообще понимает, что он тихо, мирно мутировал Звездные войны в Марвеловскую киновселенную, уже немножечко можно будет спокойно кроссоверы делать без всякого расстройства и какого-то когнитивного диссонанса, потому что ну что это вообще такое, что это, как это вообще связано со Звездными войнами, с духом саги? Нет, я не говорю, что фильмы обязательно должны быть там джедаи и знакомая атрибутика, вовсе нет, но все-таки фильм про Хана Соло, и в данном случае я вообще не вижу в этом фильме никакого Хана Соло. Я уже молчу про мискаст. Это же просто жуткий мискаст. Кто решил, что вот этот чувачок это хороший Хан Соло? И что вообще здесь делает Эмилия Кларк? Я вообще не понимаю. Может, она, конечно, сыграла просто божественно шикарно, но у меня дурное предчувствие, что нет, нифига она не сыграла божественно шикарно. И вообще, что она будет смотреться как Халиси. Ну, в общем, не знаю. Я не совсем понимаю, что они хотят сказать этим фильмом. Особенно вот этим кадром. Это выступление Аллы Пугачевой в Урюпинской поликлинике номер 3. Но они почему-то это подают, как будто это что-то настолько сногсшибательно, божественно пафосное, что у всех должны челюсти на пол попадать от восторга. Что это? Это что-то такое, все такое, все типа богатое должно быть и крутое. Это напоминает сцену с казино из «Последнего джедая», опять-таки. Это не смотрится как элемент «Звездных войн». Это выступление поп-дивы 70-х в чистом виде. Это не «Звездные войны», это как вот та вот забегаловка в каком там втором эпизоде, которая вообще неуместна во вселенной «Звездных войн». Или как сцена с казино в «Последнем джедае». Она тоже совершенно не смотрится как органическая часть «Звездных войн». Это что-то такое стороннее, прикрученное сбоку. И вот эта штука, это то же самое. Что-то стороннее, сбоку, припеку, прикрученное. Ну и реально, это... Причем выглядит довольно дешево. Особенно вот это платье с блесточками. Вот эта колба, которая здесь болтается. Что, гильд-навигатор заглянул в уменьшенном экземпляре? Даже робот принимает какую-то крутую пафосную позу и выглядит, опять-таки, он не как дроид из «Звездных войн» со всей этой кучей проводов и наворотов, а как будто он заглянул сюда, даже не знаю, из каких-нибудь затерянных в космосе. Крутые взрывы, само собой. Логотип какой-то неуклюжий, откровенно говоря. Такое ощущение, что это логотип к мультику, ну... Реально, больше похоже на заставку какого-то очередного мультика по Звездным войнам. Я не знаю, не было ни одной сцены, которая мне бы реально понравилась. И актерская игра просто... Я не знаю. По-моему, они идут по граблям. По-моему, они просто идут по граблям. Ну, пожелаем им удачи. Это нелегкий путь.